Погоди-ка. Да я ж тебя знаю. Видел в лагере Альдекальто. Тебя все звали Вии, так? Ну да, это я. Ха. Тебя прислал кто-то из наших? Я здесь случайно. Никто меня не присылал. А что такое? Зачем кому-то меня присылать? Кэрол и Хэс пошли закрывать сделку с мусорщиками. Мы сперли для них пару навороченных имплантов. И? И я уже заманался ждать. Что-то здесь не так. Пойду проверю, как дела. Вдруг помощь нужна. Да, погоди ты. Только зря их разозлишь. Просто стой на стрёме. Проблема в том, что вы опоздали на долбанных 3 дня. Я уже объяснила. Была песчаная буря. Мы... Знаешь что? Меня... Надеюсь, не помешало? Ну как вы тут? Договорились? Ви, ты что тут делаешь? Это кто? Да я так мимо проходила. Хотела проверить, все ли у вас в порядке. Я не понял. Это что за шмара? А тебе какое дело? Хочешь номерок попросить? Назови мне одну причину, чтоб не засунуть твой поганый язык тебе в пизду. А ну успокоились все! Она с нами. Ты, блядь, до 3 считать не умеешь? 1, 2, 3. Вот сколько вас тут должно быть. Да, еще тут должна быть приготовлена куча Эль. Что-то я ее не вижу. Давай закругляться, Роман. Да, мы опоздали, виноваты. Скинем вам 10% с цены. 20. 15. Ладно, пусть так, заебало уже. Ща маякну, чтобы эти несли. Ви, ты в своем уме? Какая нелегкая тебя принесла. Да там парень ваш на стреме весь извелся. Говорит, вас долго нет, я и пошла проверить. Знаешь, Ви, давай без лекций. Мы понимаем риск, но... Нам реально нужны деньги. Очень. Тихо там! Вести умные беседы будете потом. Вот дела-то. Мне твоя рожа сразу не понравилась. Теперь я понял, почему. Это же ты тогда устроила хуйню из-за Сандры Дорс. Думала, мы забыли? Все, поговорили. Значит так, я сейчас советую тебе дважды подумать над следующим шагом. Ты прав. Это я тогда перебила твоих дружков в Уотсоне. Прямо как в тире. Ты надеешься, что в этот раз все будет по-другому? Потому что вы нас окружили? А теперь посмотри на меня. Внимательно. Импланты видишь? Я тебя пущу в нарезку раньше, чем ты успеешь спустить курок. И мы оба это понимаем. Отдайте им эти. Вы чё, блядь, оглохли? Я сказал, отдавайте им эти. Мы с тобой еще не закончим, наёмница. Я за жизнь до хрена повидала. Ну, как ты там держалась? У меня аж мурашки по спине. Серьезно. Спасибо, Ви. Это было мощно. Надрала ты им задницу, конечно. Я друзей в беде не бросаю. И мы тоже. В общем, если что, сигнал. Спасибо тебе за все, Ви. Увидимся.